Ну вот мы наконец в одном из ресторанов. С нами сегодня Ник, собственно, моя няня. Первое, что вы должны знать о китайских ресторанах, это то, что они обычно начинают обед или ужин с небольшой чашечки воды. Сегодня у нас такого нет, но обычно это так. Кушаем мы сегодня печенку, рис, овощи и картошку с мясом. При этом бесплатно дается вот такая вот пиала с бульоном. 130 рублей все это дело стоит, такой вот небольшая забегаловка. Я думаю, что это очень вкусно, это выглядит аппетитно. Могу показать, как я управляюсь палочками. На это у меня ушло буквально 5 минут, чтобы научиться. В принципе, ничего тяжелого нет. Вот. Такой вот у нас сегодня обед.